Друзья, всем привет! Вы на канале Temp of Play. Мы продолжаем играть в Assassin's Creed Valhalla. Так, сегодня мы пойдем откроем вот эту точку, потом пойдем в набег. Нам нужен ресурс для того, чтобы построить у нас что-нибудь там. Йоль, празднование Йоли, что-нибудь такое. Так, точку ставим. Как отсюда выбраться? Где у нас солома? Вот она. Баба, красиво. Еще одна солома. Еще красиво. Так, тут у нас есть что-то, точка интерес какая-то. Так, что там лежало? Еда. Внизу где-то, то есть в подвале получается. Но это, наверное, в церкви. Через церковь только может пройти будет. Но это мы еще сюда вернемся. А тут что у нас? Нет, тут, наверное, не проломит он. Ну-ка. Просто взрыв. Взрыв, огонь. Ничего такого, солдат. Только обозлился. Так, 800 метров туда бежать. Это моя лошадь, не моя. Будешь моей. О, лесу. Лесу долбанул. Добегалась лисичка. Отлично. Так. Опять речка. Ледочестер. Блин, как же вы задолбались, мой мост тоже мое. Ну ладно. Сейчас переплывем там. На лошадь сядем. Меж забор пролезла. А я жду, ты не пролезешь. Так, лошадь. Ну сядь-то на нее. Поднаберем немножко как раз, да, ресурсов. Сейчас придем. Точку отметим, ресурсы наберем. Прокачаем нашу деревню немного. Так, я уже вижу здесь. Это крестьяне или кто это? А это что? А, стрелы. Ну-ка, слезь-ка, пока стрелы подобрать. О, отлично. Это у нас стрел маловато. Вроде дружественные. Здесь мне точно не рады. Ага, тогда не дружественные. Я как сюда залезть? Ну, сюда можно. Так, меня что-то тут. Выкинуло. Уху, гады. Обходим, да ну вас на. Ух, ничего себе, она прыгает. Вот это да. Вот эту точку они классно сделали. Обходим, тесним врага. Прячься, давай, быстрее. Мне нужно открыть точку обзора всего лишь. Тут смотри, сколько этих гадов. Я отвлеку врага. Залазим.
Так, стрел еще. Да возьми стрел-то. О. Кто-то морет-то, блин. Ты что ж так далеко-то? Казалось, так близко мне нужно было с другой стороны заходить, наверное. Ничего, я еще вас всех перебью вас. Вы мне тоже заплатите. Инкогнито нужно. Да, инкогнито. Хорошо. Куда прыгаешь там? Чего это вас много, вы меня видите? Где вы там? Ну, гады. Жалко, что нельзя ее атаковать, эту точку пока что. Как у меня видеть-то? Готов. Смотри, я не знаю, что я здесь. Давай, прячься. Все, не видите больше меня. Ресурсы подобрать. Гаденыш. Я еще вас всех тогда перебью. Сугад. Сюда. Не теряем бдительность. Готов. Промазал. Ты кто такой? Бойцы, держимся вместе. Гад попал. За мной. Сюда. Да идем. Да. Господь на помощь. Что это вас много? Двоих. Отходим, врага. Мой черед. Промазал. Ух ты. Пробуем зайти сзади. Готов. Так, кто тут еще? Ты. Ну, отойди ты. Мы справимся. Что нужно? Готов. Так, с вами повеселее. А то что-то какие-то были. Кто там? Мы победим!
Что? Где эти лучники, не помню, стреляют? Обходим! С нами милость божья! Дохни! Лучников что-то много слишком. Иди. Один готов. Еще один готов. Готов. Где ты там, гад, стреляешь? Если лезть, на камушек залезла. Еще один готов. Готов. Все, всех перебил. А, нет, еще один. Кто ж там? Кто видит, не пойму. Откуда он стреляет? Сверху откуда? Так ты гад. Так, ключик здесь. Где эту сволочь? Вперед! Все за мной! Я первый ударил. Здесь. Ключик, добыча, еда. Кого? Сходил на точку, блин. Дети, сколько их тут? Залезть сюда вот, открыть. Добыча какая-то. Ну, хорошо. Прожился.
руны какие-то. Все. Кого я не убью. Надо синхронизировать, ходить. Вон, на заборе там стоят двое, вижу. Так, это куда ты спрыгиваешь-то, транда? Готов. Есть, наконец-то. Точку засинхронизировал. Так, нам вот тут еще одна открылась. И тут два набега, даже может здесь. А, это уже, это нет, это 250. Вот 20 это нам то, что надо, набег. А здесь точку синхронизировать, и здесь надо будет набег. Но сначала мы сходим сюда. От этой точки синхрони быстро переместимся. Сейчас вот посмотрим, что здесь есть. Так. Солома тут была. И где тут сходить получается? Вот сюда точка интереса какая-то. Что же там был-то? Это точка интереса. А, под землей где-то, да? Так. Если под землей, то тогда получается где-то вход должен быть. Но явно не где стена. Скорее всего, вот эта вот церковь. Сейчас мы сходим туда вниз. А сходить можем вот так вот попробовать. Оп! И я уже внутри. Тебе конец! Господь, дай мне сил! Умри! Иисус, помоги мне! Тут меня не засек. Не засек, ты смотри. Так, у меня боезапас полный. Проход тут нет никуда. Так, здесь нет прохода. Плохо. Заперли с той стороны. Так. Ага. Ну, не проблема. Да, вот мы нашли вход вниз. Так, пошли вниз, сходим. Засов сначала сломаем.
Ну. Еще стрелы берем. Пошли вниз. Так, тут никого нету. Вот они, сокровища. Не в скаде. Новый. Круто. Так, все мы тут раздобыли. На бег тогда сейчас пойдем. На выход. Да, нам прямо. Так. Чувак, ты меня не видел. Без палева. Далеко бежать. Километр целый, блин. Еще за алкаш я тут ходит. Причем одинаковые. Так. О. Куда побежала? У меня самонаводящиеся стрелы. Бежать она хотела от меня. Так. Где там наш... Скакун. Ну сядь. Давай, садись, погнали. Во. 800 метров уже. Этих можно было убить, кстати. Тоже вражины были. На нем не нужен. Так, у нас стрел, надеюсь, там полные. Полный колчан. Чего ты? Ну, у тебя полная выносливость. Чего ты не скачешь-то? Что это там? Белка, что ли? Сколько? 400 метров. О. Попал по хлебальнику. Всех раздавлю. Ну, чё ты, блин, спрыгнуть не можешь со скалы. Угу, угу. Отлично. Если узнают, пощады не жди. Так, а теперь мы сейчас будем потихну всех тут убивать. Монастырь. Они все там. Наверху никого нету. Этот не видел. Готов. Там вот он один вверху стоит. Готов. А этот тут стоит.
Да ё-моё, что-то косая такая. Готов. Так, готовы. Вон он что не стоит, вижу. Готов. Что они спрыгались-то? Залезьте наверх. Задолбали уже. Слышат, но не видят. Задолбали вы бегать, крысы. Не попадаю, короче, по ним я. Так. Ага, тут надо взорвать. Так, огонь. Блин, стрелы кончились. Осяк. Я быстрее. Готов. Так, кто там еще? Возьмем и стрелы возьмем. Так, тут провизия. Надеется нам. Так, вниз. Тут что это? Письмо какое-то. Ну, прочитать. Дневник Аббатисты. Аббатисы Эдиты. Аббатисы. Так, ух ты, тьмо. Так. О, тут набег надо делать. Да, с силой, блин, у меня не хватает. Мне надо их сначала вынести всех, сходить наверх. А потом уже грабить. Ну, дай-ка пойду их убью всех. Ну, вон там один стоит. Попался священника. Извини, чувак. Я не хотел тебя. Ты сам побежал. Ты с силой. Так, разбитый доспех. Ну, нафиг не нужен. Да. Ничего нету. Так. Дневник. А, я читал. Так, выход, выход, выход.
Где тут-то выход, я забыл. А, вот он. Так, там были, по-моему. Там трое вон. О, стрелы. Кого, да? Добегался. Так. Тут поднять все надо. Надо на мост. Ой. Так. Где он тут? Тут никого нету. Ух ты, башня, интересно, у них зловещая такая. Так, здесь вон не двое. Дофига их тут. Уйди с дороги. Et dixa ad eos rapscael sedred domnus noster, et cia ita est. Quod est trebent ocasini in asorium pabulum, the prebient delicta patrum fuor. Взорвал нахер все. Курица, иди нафиг. Красиво взорвалось тут. Опа.
еще один остался. И сейчас мы сделаем набег и вернемся в свою деревню. Да, отлично, все, всех убили. Можно не прятаться. Так, пошли набег устраивать. Начинаем от Седова. Добычи очень много. Если дружина поможет. О, отлично. Давай, открывай. К бою! Что там? Материалы. Так, пошли дальше. Там еще. Я всех перебил. Так, где тут был еще? О. Пропустил. Интересно. Так, 70. Вот здесь вот. Так, сюда. Быстро за мной. Ну, вот здесь вот. Эй, сюда! Сюда, давай, быстрее иди сюда. Ну, открывай, помогай, чё ты идёшь? Всё, пошли, последний, третий возьмем. Чё приперлись-то? Не вовремя. Так. Так, вот. Мне тут нужна помощь. Последняя. Надеюсь, последняя. Давай. Отлично. Все своровали. Что-то осталось. Вот все. 400, 400. Это далеко слишком. Все остальное. Так, ну отсюда телепортнуться не смогу. Куда надо бежать-то? Сюда куда-нибудь. Ничего нет у них. Тор, помоги мне! Опа. Мы нашли все, что хотели. Все. Пойдем. Пойдем отсюда. А можно телепортнуть отсюда в свою деревню? Так. Ну-ка, сюда можно? Можно. Тогда сейчас точку сейчас еще одну сходим, откроем. Так, какая она у нас тут вот эта? Далеко, блин, за ней идти. Ух, нифига себе. Солома. Стрел нам не помешает никогда. Так, где можно тут пройти? Так,
Так, это мне по максимуму. Так, что тут, железо? Хорошо. Тут нам что-то вниз можно прыгнуть, да? Ну да, в солому. Блин, а как туда добраться-то? Попроще, дорог-то есть? Ух ты, дорога внизу. Окей. Тогда в солому на лошади. Так, через речку. Дорога есть? Есть, вроде. Так, точка быстрого перемещения. А, тут же можно пристани открывать. Да, точно. Лети же. Так, мне лошадь нужна. Тормози, тормози, вот сюда. Жаль. А я забыл, как следует-то. Так. Куда? Слева, справа, где обойти-то можно? А, не, не туда пошел уже. А, прошел мимо дорогу. Белка. Сейчас тебя раздавлю, будешь попадаться мне. Ух ты, лень. Кто там? Бандюки. Все, готово. Ничего с вас, кроме своих стрел, не верну. Так, точка уже недалеко. Кстати, Йоля за него осталось там немного, он скоро закончится, по-моему. О, а ты кто? О, это мой, синий. О, тут какая-то деревня, может быть, захватить, я так понимаю. Ну, давай. Главное, не скинь ты меня. Того бардона. Так. Залезть можно здесь. Отчет лазутчика. Что добыча? Отлично. Так, синхронизируем. Да, какая деревня там внизу. Отлично. Смотрим карту. А, еще одна точка можно открыть. Отлично. Да, но это потом мы сходим. То есть. А пока мы сходим, что-нибудь апгрейд сделаем в своей деревушке. Ну, грузись. Купец. Контроль незримых. Зрение Одина. А мне не нужно зрение Одина. Я им пользуюсь так. Так, у нас тут зима. Прикольно. Так, что нам там построить можно? Пойдем построим там. Мы в прошлый раз пивоварню построили. И еще что-то. Тут можно построить? Так, 45. Что-то два штучки. Можно два что-нибудь построить. 600, 1200, а это 45, 90. Дом охотницы. Давай вот так попробуем тебе. Тебе же можно будет сдавать какую-то добычу. А я же еще до этого оленя кого-то ловил легендарного.
Может, встать можно. Спасибо тебе. Мы будем добывать лучшее мясо, мех и кость. А если решишь поохотиться, приноси добычу нам. Мы обработаем шкуры и головы. Да, Петре моя работа всегда нравилась. Она требовательна. Еще как. Буду иметь в виду. Удачи вам. Эйвор, думается мне, ты точно знаешь толк в трофеях. Победы я люблю, но на память редко что-то оставляю. На твоем оружии множество следов великих битв, а в походке гордость человека, привыкшего к победам. Разве не так? Так, а к чему ты это? Мы можем быть тебе полезны. Воллис – лучший дубильщик и чучельник во всей Англии. Если хочешь, чтобы история о твоих подвигах на охоте пережили тебя, приноси туши ему. Вспомни о нас, когда добудешь редкого зверя, ну, у меня и есть. Мы его увековечим. Давай. Хорошая идея. Будет чем украсить длинный дом. Да-да-да-да. Спасибо. Кстати, пока ты не ушла, поможешь нам кое с чем? Говори. Последние пару вечеров мы слышим вой волчьей стаи у самой границы нашего леса. Если ничего не сделать, волки изведут всю дичь, а потом придет и наша очередь. Думаешь, их надо прогнать? Лучше перебить их всех. С твоего разрешения, конечно же, и с твоей помощью. Хорошо, мы перебьем их всех. Да, ты права. Я пойду с вами. Отлично. Не стоит недооценивать волчью стаю. Идем же. Сюда. Я Далеко? Видела, как они рыскали на холме. Веди, ну, я за тобой. Ну, пошли, сходим. Ваших волков убьем. Поселение у нас хорошо расположено. Тут красиво и много прекрасной дичи. Но и волков хватает. Может, из-за этого Рагнарсены и ушли. Люди нарушили равновесие, и природа теперь мстит. Нападая на нас? Волки сделают все, чтобы выжить. Их потревожили, и они пришли к нам. Куда? Идем сюда. Давай, давай, веди. Веди, 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 Сусанин. Гляди. Хлебные крошки и корки. Видно, они что-то стащили у Тарбана. Или с чего-то стола. Ты отсюда все разглядела? На земле их сложно не заметить. Вон, видишь? Эй, сюда. Чуешь? Нет. Волк, самец. Пометил территорию, чтобы отвадить соперников. Как ты узнала, что это самец? Запах особенный. Не ошибешься. Ну, знаток, блин, волков. Как ты научилась мастерству следопыта? Вся моя семья жила охотой. Я родом с Востока. Ты, верно, и не знаешь о тех землях. Но большую часть жизни я провела в Англии. И Воллис тоже отсюда. Вы похожи на нас с Сигурдом. Семья не по крови, но по духу. Да. Между прочим, Воллиса мы нашли в лесу. Его бросили еще младенцем, а мы приютили. Мясо. Я тоже нашел. Тут волки убили добычу. Они рядом. Сейчас мы их перебьем. Стрелы-то есть хоть? Так. Думаю, они есть. Утащили бедного зверя. Мы близко. Ну, вот он, зверь. А, видишь следы зубов на туше? Они другие. Тут целая стая. Не один волк. Верно. Пойдем дальше. Пошли. Итак, вы нашли Воллиса в лесу? Да, мы были в лесу, и я заметила впереди белого оленя. Побежала за ним, надеясь завалить, но отстала. Потом вышла на поляну, а там лежал малыш. Наш Воллис. Один-одинешенек. Ага, смотри-ка, вон там, в траве. Там кто-то спал. Вот это да, Петра. Ну и талант у тебя. Я тоже увидел. Так, пустяки. Так, ты встретила оленя, и он привел к Воллису. Да-да, будто судьба вмешалась. Мы приютили его и выходили. Я сама тогда была еще ребенком. И с того дня нас воспитывали как брата и сестру. Свежие туши. Волки уже так близко, что верно слышат нас. Думаю, убежали недавно. Баранов, блин, какой-нибудь тут поломали. Думаю, там наши волки.
там наши волки. Иди, спрячься. Эйвор, за мной. Пора с ними покончить. Я буду рядом. Ух ты, гадина. По-моему, я с ним разделался уже. Все. Никого не осталось. О, спасибо. Спасибо вам от всей души. Будешь должен. Так, где я потерял? Все. Волков больше нету. Ты цел? Это были твои овцы? Да чтоб их! Последнее, что у меня осталось. Бедняжек было не спасти. Коров я давно потерял. Переигрываешь, чувак. Теперь и овец нет. Иисусе, что я за скотовод? Сочувствую тебе. Но волки мертвы, можешь жить спокойно. Разве только с Божьей помощью? Но я постараюсь. Ты хотя бы остался жив. Значит, можешь начать все снова. Эйвор, стой. Я что-то слышала. Что? Ничего не... О! Вот это облегчение! Феликс, Розмари! Сладкие мои, вы живы! Сюда, мои ангелочки! Ну и прекрасно. Неплохо, Эйвор. Охотишься ты не хуже, чем дерешься. Дай мне еще пару недель, превзойду и тебя. Вот увидишь. Я буду рада твоим успехам. Славная охота, Петра. Если опять появится опасное зверье, обязательно зови. Сразу же обращусь к тебе, Эйвор. До встречи. Все, охотница. Задание выполнено. Так, очки. Ой, я забыл сказать про очки, чтобы не распределить. У меня много очков уже. Предметы. Что это могу? О, лук могу улучшить. Еще разочек. Так, копье. Копье нужно улучшать. Так, не хватает. Ну, шлем не хочу. Это что? А, это типа оружие, если двуручное. Понятно, копье, потому что. Хорошо. Навыки. Навыки, навыки. Вот внезапные атаки. Так, тут у нас мощный удар. Снижает урон от мощных ударов врага. Его оружие золотым или красным. Угу. Так, автоподор я могу только тут взять как-то, да. Слабых ударов вот я взял. Способности опять. Давай попробуем. Вот этот. И вот это откроем. Ворона. Тут у нас открытых атак. Ворона. Молотом. Я молотом не владею. Так. Это что у нас? А так, способностями. Урон в ближнем бою. Что здесь открывается? Дальний бой. Ну и все. Отлично. Так. Ну и телепортируемся в нашу деревню. Так. Потом откроем вот эту. А тут еще должна быть, по идее, да? Тут не все же открыто. Вот где-то тут, вот 100%. Так. Юля, Юля, Юля. Так, а тут у меня задание. Тут берешь. Валки домик нужно построить. Нет, ну, не хватит нам построить и домика.
Нападений мало, ресурсов маловато. Запас. На объединенном монастыре. Но я совершаю их не так много. Так. А ты у нас что тут можешь проапгрейдить нам, пожалуйста? Лук. Покажи-ка, что у тебя тут продается. Ну, нравится тебе это? Три этих. Одно это. Блин, золото нужно. Шлем, либо сапоги. Так, что у нас там есть? Лук еще какой-то. А, это который нашел где в скаде. Топор какой-то, еще топор. Меч, щит, один, второй, третий. Все товары хороши, но этот особенно. Наручи нет, медведя. Так, маска магистра. Это что такое? Шлем. А, во, вот это я один, наверное. Пригодится тебе. О, я в маске буду бить лучше. Точняк. А ты в этом разбираешься? Да, я с маской буду бегать, чувак. Мне шлем мой не нравится. Так, получше нельзя, повысить нельзя. Это все? Да, все. И еще увидимся. Да. Так, предметы. Где предметы? Наконец-то сменю шлем на маску. Где я раздобыл, я даже не знаю. Во. Как раз. Маска от коронавируса. Так, улучшить. Так, что там можно? Руны. Мало рун пера. Вставить ячейку. Что тут есть? Броня плюс 3. Броня. Мало руна. Готовность, устойчивость. Жизни. Огонь. Устойчивый дальний бой. Нет, ну броню, наверное. Броня. Так, а тут мы... уклонение. Полтора. Маска моя. Устойчивость дальний бой. А это устойчивость. Ну да. Отлично. Так, тут что у нас улучшить можно? Можно руны вставить. Здоровье побольше, чтобы было. Готовность. Ой, не то. Так, вторая ячейка. Так, а тут мы... Здоровой жизни будет побольше у нас. Так, руны. Атака. Вот, мощнее будет. Скорости. Да не нормальная такая скорость. Угу. Во, прикольно. Так, мне уже нравится. Когда я в маске хожу. Маска мне больше нравится, чем шлем. Так, пошли сюда, посмотрим, что там можем сделать апгрейд. Так, тут у нас... Это что? Пекарня. Вот у нас мы сделали торговый пост. Дом охотницы. Пивоварню мы сделали. Пекарню сделали. Казан мы сделали. А этот верфь-то я не помню, построил или нет. Мне кажется, я устроил верфь-то. А, украшательство. Ну, пусть тут
красный дракон тут будет. Так, тут пекарня. Бочка с медом. Пекарня построить. Отлично, 25 здоровья. Твоя пекарня достроена, Тарбин. Теперь наш стол станет богаче. Эйвор, это щедро. Надеюсь, смогу за это отплатить. Ты среди друзей. В этом нет нужды. Зато есть желание. Искреннее. Я вспоминаю добро, которое мне сделали. Чтобы согреть душу, когда доброта становится редкостью. Если ты не против, есть еще дело. Вниз по течению есть торговец зерном. Я хочу взять у него полдюжины мешков, но мне не хватит на все рук. Да, сейчас позже. Некогда. Может, позже? Ладно. Я подожду. Потом, может, как-нибудь помогу. Так, где я там что-то прозевал? Ведай местность, Тюнин. Так, это я пекарню построил. Мед там, олень там. Пивоварня-то построен. Рыбака. Татуировщик какого-то там. Незримых я строил. А, не хватает. Татуировщик, а тут картограф. Вот, 860 нужно, в общем. В общем, как-то так. На этом мы серию завершим. Ссылка на плейлист находится в описании. Всем спасибо и пока.